Так, 10 апреля 2024 год. Луна и Юпитер. Ты посмотри, даже на ISO 125 видно, да? Всего 3 угловых градуса между Юпитером и Луной на небосводе. Давай посмотрим сейчас сразу на красивую Луну, а потом попробуем увидеть спутник Ио. На фоне Юпитера, но сильной четкости не будет, к сожалению, небо такое с дымкой. Сейчас но ничего более резкого я вам не сделаю. Ветер трясет камеру. Все на штативе, конечно, стоит, но при увеличении Nikon Coolpix 5000, это движение Луны по экрану, это вращение Земли плюс движение Луны. Увеличение 125 крат оптический зум плюс 4-кратное цифровое, то есть зумирование. О, красотень. Грубо говоря, в 500 раз. Но это из того, что я у себя на экранчике вижу. Вы там, конечно, все можете увеличивать.